Премьер-министр Словакии ушел в отставку. Роберт Фицо попросил президента страны Андрея Киску обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции. Новым премьер-министром стал вице-премьер Петер Пеллегрини. Глава правительства Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куцака и его невесты. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, Билд со ссылкой на заявление президента страны Андрея Киски. Преемником Роберта Фица на посту премьера стал вице-премьер Петер Пеллегрини. Накануне словацкие СМИ сообщили, что Фица подал прошение президенту о своей отставке. При этом он якобы выдвигал несколько условий, при которых он готов покинуть свой пост. В частности, Фица просил обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просил обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции, что значит, что новым премьер-министром станет тот, кого предложит партия Роберта Фица СМЕР, курс «Социальная демократия». В конце февраля стало известно, что в населенном пункте Вилкамача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой. На момент убийства Куцак проводил журналистское расследование, и оно осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация 'Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками. После убийства Яна Куцака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марик Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может спокойно сидеть в министерском кресле. Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк. Ранее сообщалось, что в Словакии повторно задержали подозреваемого в убийстве журналиста Яна Куцака. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.